Приморье стартовал форум Всероссийской недели охраны труда «Дальний Восток». Региональный форум открыла пленарная сессия «Обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов охраны труда в организациях, совершенствование практики применения законодательства в области охраны труда в Российской Федерации». Приморский край активно развивается, наша экономика, создаются новые предприятия. И у нас уже сейчас где-то порядка 30% рабочих мест с повышенной опасностью. И мы прекрасно понимаем, что это как раз задача, которую мы должны упреждать, решать, чтобы не допустить травматизма. Что для этого делается? Ну, во-первых, мы постоянно в диалоге с предприятиями, а это крупные предприятия, те, которые создаются у нас предприятия. Значит, одна из главных задач, которая поставлена правительством Российской Федерации, президентом, чтобы создавались высокопроизводительные рабочие места. Рост экономики Приморья основан на тенденциях в ключевых отраслях экономики, где одним из наиболее значимых является транспортно-логистический сектор – около 25% ВРП. В портовой сфере занято около 12,5 тысяч человек. Здесь тоже статистика неплохая. Достаточно сказать, что вот на производстве в отрасли транспортировка и хранения грузов травматизм снизился на 38,9%, то есть с 36 случаев до 22. Это неплохо. Судостроение на 25%. То есть это говорит о том, что, во-первых, работодатель понимает всю меру ответственности, опять же, работодатель понимает, насколько нужно ценить рабочие кадры. Конечно же, он работает с нами в диалоге, у нас работают профсоюзы очень активно, и мы там обсуждаем все вопросы, которые ставятся и как перед нами, перед правительством, и так и мы задаем вопросы работодателям о создании условий по охране труда. Как уточнили организаторы, высокая социальная значимость Всероссийской недели охраны труда из года в год помогает повысить безопасность труда, сохранять жизнь и здоровье человека в процессе его трудовой деятельности. В этой работе очень важен диалог власти и бизнеса, который направлен в первую очередь на совершенствование законодательства. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.